Друзья, у вас наверняка возникнет вопрос, чем же мы питались на кемпинге. А мы варили в нашем прицепе, в нашем кемпере, в нашем вагоне. Давайте сейчас покажем. У нас сегодня, не знаю, обед плавно перетек в ужин. Последний день у нас сегодня. Завтра нам уезжать. Что мы кушаем? Вот такие вот у нас макарошки с гуляшом, кукурузка. Здесь у нас овощи, огурчики, помидорчики. Вот так вот. Ну и, конечно же, как... По-быстрому. Да, по-быстрому, по-походному, конечно же. Ольговское пиво, так как мы в Ольгой. Такой сорт, такой сорт. Так что вот так вот. Ну, кола-микс, газировочки, водички. Ну, все как обычно. Лото у нас тут на столе. Вечерами играем в лото. Сушки, русские сушки с русского магазина. Кто предыдущие видео закупки смотрел, вот они, те самые наши сушки. Так что желайте нам приятного аппетита, а мы будем кушать. Ну что, друзья, отпуск заканчивается. Решили сегодня вечером снять нашу палатку, чтобы завтра утром время не терять. Сейчас разберем все, снимем, сложим. Всем семейством толпой, как говорится, убрали махом быстренько палаточку, чтобы завтра меньше было стресса, да? Живенько завтра остаточки соберем, уберем, зацепим и в путь дорогу домой поедем. Смотрите, последний вечер всех пробило на фотосессию. С моим телефоном. С твоим телефоном, да, ты ж крутой у нас, с айфоном 13, куда деваться. Смотрите, какие виды. Напоследок вам. Йоу! Крутяк, конечно, горы. Видали, солнышко садится. Такая дымка снова становится. Поля такие. Красота. Здесь заката, правда, не видно. Но все равно. Красота офигенно. Классно, классно. Дети с мячиком и фотографируются все сразу. Кемпинг наши, кто уезжали, путешествовали по замкам, все вернулись. Народ маленько поприбавился. А так вот все смотрится. Тут между мы стоим. В втором ряду все равно ништяк, клево. Здесь также, да, вот кемпинги, да, вот стоят по краям. Вот так весь ряд. Это все, которые здесь, как говорится, как я говорю, приросшие к земле. Красота, блин. Время уже 9 час, маленько. Так фриж, да, прохладненько стало. Честно скажу, неохота вообще будет уезжать завтра утром. Ну, утром до 11 часов нам нужно будет уехать. Завтра спокойно встанем. Позавтракаем, соберем остатки вещей, все упакуем, чтобы ничего не попадало на ходу. И поедем домой. Вот так вот. Офигенно. Я уже в надежде на следующий отпуск. Посмотрим, может быть, на выходные еще выйдем куда-нибудь, тоже недалеко. Сюда до этого места нам всего лишь навсего 195, между прочим, километров. 2 часа 20 минут где-то, и мы уже были здесь. Так что вот так вот, такие красивые, шикарные у нас места из Баварии. Кто-то живет в этих шикарных местах, да, знаю. Но у нас вот так вот. О, сейчас бы уже можно было и курточку накинуть, потому что вот в футболке, в кофточке уже становится прохладно. Видите, даже старые тоже вон вагоны стоят. Но это опять же, которые здесь на постоянно. К ним пристраивают вот такие вот, не знаю, как назвать даже. Ну, вот такой вот домик такой. Люди, кстати, приезжали, вчера были, сегодня здесь были. Приезжают сюда как на дачу. Побыли, отдохнули, посидели здесь и уехали снова домой. Здесь и тоже на Даут кемпинг приехали, вот Ауди стоит красная. Но они это, сегодня тут травку стригли, все там цветочки у себя посадили. Вот так вот. Здесь вот мужчина, вот это вон Opel, с этим вон вагоном вообще один, холостой, один путешествует. Маленько странно, конечно, но... Ну, каждому свое, что. Вот, а мы убрали уже палаточку. Все, готовимся к отъезду. Красота. Здесь тоже вон мобиль вот этот, тут сегодня еще заехали. Вот здесь вот кто-то выехал. Здесь выехали. Сегодня никто не заехал. Так что вот так вот. Классно, все равно кемпинг — это вещь. Я уже говорил до видео, что у нас до с 2011 по 13, по-моему, так, плюс-минус. Ну, 2013 точно знаю, что мы
были 2 недели в Италии, и потом осенью вернулись домой и продали наш Volkswagen. Долгие эти, получается, сколько? 9 лет. Да, 9 лет, ну почти 9, 8,5 лет. Все время вспоминал об этих шикарных путешествиях. Так прям хотелось, и тут подвернулся вот по дешевочке мне вот этот вот прицеп. Я все-таки его купил по состоянию, так более-менее, скажем. Я маленько его уже что-то подремонтировал, подделал. Еще предстоит маленько что-то подделать. Но не без этого, не без этого, ребят. Зато мне нравится вот это вот, чтобы копаться, что-то делать. Это для меня вообще, как говорится, движение, жизнь. Ну что, друзья, пришло время ехать домой. Сейчас нужно нам туалет, все освободить, все вынести. Бак сливной, все освободить нужно. Так что за работу. Наш бачок, сейчас повезем его сдавать. Этот бачок грязно-серой воды тоже нам нужно достать и тоже его освободить, вылить. Так что опана, таски. Место затянули. Две тележки организовали. И теперь с двумя тележками пойдем сдавать, сливать, умыться. Сейчас, друзья, приехали в комнату нашу. Мы здесь сольем и промоем. Вываем вперед за родину. После как все почистили, все помыли, все слили, конечно же, нужно помыть ручки. Все, ребят, этот бак просто помыли, опустошили. Этот тоже опустошили, промыли хорошо. Ну и налил сюда немножко воды, примерно литра полтора-два, наверное, чтобы сейчас сразу размешать сюда специальный вот этот вот митель, да, жидкость, чтобы в дальнейшем уже можно было дальше сразу же использовать этот туалет. Все, теперь несем все на место, вставляем свои места. Погнали. Друзья, как я сказал, я уже налил сюда водички. И вот эта крышка, она тут же мерный стаканчик. Тут, в общем, по миллилитрам все расписано. Все очень удобно. Максимум стоит 120 миллилитров в этом стаканчике. Теперь я налил сюда воды и нужно добавить вот этого вот концентрата. У меня вот такой вот от предыдущего хозяина остался. Здесь еще ровно литр. Сейчас разведем сюда. Пишите вы, чем пользуетесь вы. То, что таким жидким, либо тапсами, таблетками, да, вот этими. Пишите, мне будет интересно. Может, какую-то другую фирму мне посоветуете. Что-то, может, лучше пахнет, лучше растворяет. Так что жду от вас советов. Ну и все, друзья, вставляем нашу кассету назад. В свое место вставляем ее и защелкиваем. Опа, вот здесь такая желтая ручка. Она защелкивается у нас вот здесь. То есть она уже у нас не выпрямится. Вот и все, вся история на этом туалетом закончено. Все, последнее у нас приготовление к отъезду. Мужики у нас сейчас будут двигать Volkswagen. Ну, как легко он двигается. Или просто так кажется, что они втроем. Силы много. Сила. Угу. Машина подъедет, зацепимся и все. Оплачиваем и едем, да, Даниэль? Угу. Что, Витя, расскажи свои ощущения. Ощущения классные. Домой ехать неохота, но время пришло. Цепляемся сейчас, трогаем домой. Даниэль тоже сказал, не хочет ехать. Ну, тебя на дневольный. Все, защелкнули. Сейчас оденем. Пойдем в сторону, поднимешь, можно. Якорь убираем. Якорь убрали.
проверяем. Якорь зацепленный. Обязательно обращаем внимание, чтобы зелененькое это горело. Не горело, а чтобы торчало. И покачать еще можно. Все. И теперь затягиваем антишлинги по пленке. Все четко. Образца или одеваем, чтобы если вдруг оборвется, чтобы тормоза у нас были. Оденем так. По Германии едем. По Германии так можно. Все. Ну и подключаем, соответственно, электричество даем. Последний момент, самое главное, не забыть снять с ручника. Можно проверить фонари, чтобы все работало, и выдвигаться домой. Что, друзья, наш отпуск подошел к концу. Решили мы сначала пойти заплатить, потом сразу, чтобы уже выехать. Ну, чтобы тут пробку не создавать. Сейчас идем сюда на информацион, на Анмельну. Платим, ну и в путь дорогу. Перед нами 195, почти 200 километров до нашего родного Ингольштата. Друзья, немножко еще информации. Сейчас скажу, покажу вам рехнунг на наш счет, сколько мы заплатили здесь за 4 дня, за 3 ночи, на 4 человека. Двое детей, подростков и двое взрослых. Все вместе с электричеством, все вместе. Вот, смотрите, думаю, вам здесь все видно. Место стоило за ночь 10,90, взрослые стоило 8 евро, дети от 6 до 15 лет 5 евро, Умвальдпаушаль за место получается 50 центов в ночь, Курцтаксе вот за взрослого 1,20, за ребенка 60 центов. И 1 киловатт электроэнергии стоит 70 центов, и мы сожгли на 4 евро 90. И конечная сумма у нас получилась 129 евро 40 центов. Ну вот такая цена, я думаю, в принципе, за такой шикарный отдых, за такое классное место, в принципе, все довольно-таки классно. Вот и все. Последний раз вид такой шикарный. Эх, друзья, неохота уезжать. Так чудесно провели наш первый, пусть короткий, но отпуск. Вторая неделя Пасхи мы здесь были, между прочим. Вообще круто, офигенно, погода была классная. Ни дождинки, ничего, солнышко. Нам очень понравилось всем. Друзья, немножко информации. Как успели заметить, на озере нету воды. Мы сейчас узнали на информационе, когда я платил. Где-то с середины мая уже должна быть вода. Где-то с 1 июня здесь уже будет ходить корабль. Так что ближе к середине мая, к концу мая, думаю, если будет тепло, можно будет уже наслаждаться полным, разлитым, наполненным водой озером. Ну и, конечно же, если будет отличная погода, то можно будет, конечно же, купаться. Ну все, ребят, всем спасибо, кто был с нами, кто посмотрел наши видосики. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Ну а мы выдвигаемся потихоньку домой. Всем пока! 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 Пока!